Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про корнеудалители DeWitt. Корнеудалитель штопор. Тут представлено два, один побольше, другой поменьше. Головки у них совершенно одинаковые. Отличаются они только ручками. То есть у одного общая длина штопора составляет метр, у второго поменьше, где-то 56 сантиметров общая длина. Фишка этого корнеудалителя заключается в том, удалителя сорняков, что вы удаляете сорняк точечно с газона. Например, да, если вот у вас газон, и вдруг вырос какой-то одуванчик, да, и вам нужно его удалить точечно, не навредить, а удалить его желательно с корнями. Чем глубже, тем лучше. Вот для этого фирма DeWitt сделала такие вот замечательные корнеудалители сорняков, штопор называется. То есть он работает по принципу, то есть вы вкрутили его, подошли к сорняку, вкрутили его до конца, да, и потом уже вытащили вместе с корнем. Сейчас на улице зима, но мы готовимся к весне, к лету, поэтому сейчас нет возможности показать, да, выйти на улицу, это у нас сугробы, выйти показать, да, как это работает. Я понимаю, хейтеры будут писать там, да что ты там нам показываешь. Я просто показываю небольшой обзор, да, тех девайсов, которые продаются в нашем интернет-магазине. Обзор будет летом, так что ждите лета. А здесь я просто хочу рассказать вот о том, как сделаны эти корнеудалители штопор. То есть это пружина, да, такая спираль. На конце она острая. Приварена она к вот такому наконечнику. И уже с помощью этого наконечника крепится уже. По-другому наконечник называется тулейка. С помощью тулейки крепится уже к ручке. Ручка такая Т-образная, здесь она побольше, чтобы работать двумя руками. То есть можно работать стоя двумя руками вот этим девайсом. Вкрутили и вытащили. Головки у них одинаковые. То есть здесь используется сталь, бористая, шведская бористая сталь. Она надежна, эта сталь используется для землеройных машин. То есть фирма DeWitt голландская покупает сталь у шведов. И изготавливаются уже такие вот девайсы. Идет специальная термообработка, закаливание. Служат они долго. Вот такой вот замечательный инструмент для удаления точечно сорняков с газона, либо просто точечное удаление там из цветника можно, да, удалять. То есть, чтобы не навредить вокруг почве. Так что покупайте удалительные сорняков штопор DeWitt в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.